Да, ну локация вообще замечательная. Как этот парк называется? Кинотеатр «Октябрь». Я сюда в гости приехала. Как тебя зовут? Я уже Кирилл. Я уже один раз подтянулась. Серьезно? Да. Молодец. Показать? Потом так. Идем пока. Идем. Давай. Так, привет подписчикам. Это моя новая локация по дому. Здесь мы тоже занимаемся, ходим на руках, учимся подтягиваться. Сегодня вас познакомлю с этой площадкой, что можно здесь сделать. Единственное, что песочек, но зато хорошая атмосфера. А вот еще один гимнаст, да? На руках стоит. Парк этого кинотеатра «Жовтый». Да, и центр города это Подол. Вот можете посмотреть, это фонтан. Сейчас он просто не работает, он вот начинает работать. Вон площадка находится. Отсюда. Здесь вторая площадка. Там для детей. Здесь свободная зона для отдыха. Фонтан видали, да? Площадку видали? А это? Вот собака. Вон люди. В кинотеатре кино смотрят. Все, мы закончили. Ставьте лайки или вообще хоть что-нибудь ставьте. Всем привет, подписывайтесь на мой канал.